Всем привет! Вот сейчас я покажу, как закаливается ножичек. Вот он внутри. Температура. Ого-го, главное не пережечь. Вот лужу приготовил, которую я копал. Да уж. Все, розовеет. Две палочки сейчас берем. Сейчас проверим, всякий случай. Не стал пережигать, солнце светит, потом фуфло получится, так металл не особо качественный. Ну, ручку можно, чтоб хрупкая не была, оставить так. Все, сейчас шашлык будем жарить. Вот и все.